Приветствую вас на канале «Домашний очаг» с Мариной. Дорогие друзья, видео, которое я предложила вам в эти дни, это видео о кето-диете. Я пригласила вас присоединиться ко мне, все, кто хочет похудеть. Но самое главное, я обратила внимание, что эта диета дает нам улучшение здоровья очень быстро и результативно. И то, что мы с вами отказались от углеводов, всех видов углеводов, новых зрителей, я понимаю, что я веду в какой-то шоу. Мы не кушаем с вами ни картошку, ни лук, ни свеклу, ни морковь. Это все овощи, которые имеют высокий гликемический индекс. О кето-диете вы можете посмотреть плейлист «Похудение диеты». Обращаю внимание, что я предложила вашему вниманию огромный выбор диет, но они все мной испробованы, и самое главное, я в каждом видео говорю о противопоказаниях. Это будет очень важно. Но вот кето-диеты, изучив много научных исследований, медицинских, на удивление, она показана тем, кто имеет очень сложные заболевания, онкобольным, диабет второго типа, все, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, проблемы желудочно-кишечного тракта, сосуды, суставы и даже те, кто имеет психоэмоциональные проблемы, психология, психика, пограничные состояния, все, кто склонен к депрессии, эта кето-диета поможет вам выкарабкаться из этого сложного состояния. Ну и плюс, я надеюсь, мои видео на канале «Домашний очаг» с Мариной и «Исцеление биоэнергии», все, кто имеет психоэмоциональное истощение, помогают вам. Уже несколько видео я сняла для вас, они очень интересны, даже по фактору моего рассказа, почему нам плохо на 2, 7, на 10 день при этой кето-диете. И вот сегодня, как же вести себя, если у вас какие-то праздники или вообще идет разговор, можно ли на кето-диете принимать, пить алкоголь. Безусловно, программу, в которую вы вошли, она удивительная, она уникальная, она не так проста, как кажется, потому что вы организм переключаете на кетоз. Если вы раньше кушали все, что хотели, у вас были частые перекусы, вы провоцировали всегда быстрый выброс инсулина, используя углеводы, используя сладкие продукты, перекусить бананом, фруктом, в общем, все что угодно. Это выброс инсулина, который, в общем-то, провоцировал нас на постоянное желание что-то скушать, а еще на то, что у вас все время слабость. Вы чтобы не поели, у вас идет энергетическое истощение, и это действительно вот был замкнутый круг. Когда вы переходите на кето-диету, ваш организм переходит на такую функцию кетоз. То есть организм будет искать и брать, изымать энергию из жиров и белков. То есть ваше питание, вы можете посмотреть в предыдущих видео, это белковая пища, это творог, сливки, сметана самой большой жирности. Молоко запрещено, потому что в нем находится молочный сахар. К сожалению, это тоже провоцирует выброс инсулина. Задача остановить выработку инсулина, то есть в минимальных количествах. Я уже говорила о том, что инсулин нам дан в определенной норме от рождения, и на протяжении всей жизни мы так его стимулировали, что приходя к возрасту плюс, а может быть и раньше, у некоторых людей ставят диагноз диабет второго типа. Факторов может быть много, но, в общем-то, онкозаболевания, которые очень распространены, это все взаимосвязано. И что же делать с алкоголем? Вопрос неоднозначный, дорогие друзья. И вот тут вот у меня за цветочком стоит маленькая бутылочка алкоголя. Но я действительно хочу обратить серьезное внимание, потому что все виды вина, дорогие друзья, это сильнейшая глюкоза, которая требует большой выработки инсулина для организма. И, в общем-то, категорически запрещено все вины, все сладкие напитки, все коктейли, такие алкогольные, это действительно, в общем-то, поставит крест на этой диете, потому что организм, как я говорила, 2, 7, 10 день переключает свои резервы на кетоз, он начинает из организма изымать вредный холестерин, который будет служить строительным материалом для восстановления сосудов, суставов. Идет чистка печени, уходит висцеральный жир, запускается лимфосистема.
Буквально за первую неделю вы теряете большое количество веса от 2 до 5 килограмм. Но это за месяц точно будет где-то 4-5 килограмм. Но вот первая неделя обычно шокирует, вот первая неделя. И когда вы в организм начинаете, организму даете любой вид углеводов, а алкоголь относится, вина, к таким продуктам, вы останавливаете этот кетоз, поджелудочная пробуждается, дает выброс инсулина, и, в общем-то, вся эта работа идет на смарку, скажем так, а ваш организм уже в программе самоисцеления. Поэтому отменяются все виды вина, и белого, и красного вина. По исследованиям идет такая рекомендация, что допускаются только алкогольные напитки самой большой крепости, без добавки, ну, вот каких-то сладостей, скажем так. Это глинтвейн нам нельзя, да, вот коктейли, потому что крепкий алкоголь, он не требует выброса инсулина в таком количестве, и, в общем-то, он там в минимальных-минимальных дозах вроде как бы разрешается диетологами, ну, если там праздники какие-то, или бывает, мы используем спиртовые настойки как лечение, ну, каких-то заболеваний. Вот тоже об этом я буду говорить. Но я сразу хочу предупредить, в связи с тем, что ваш организм находится в кетозе, это удивительная реакция, когда организм перерабатывает все очень быстро, очень грамотно, скажем, он и гвозди переработает. И когда вам в организм поступает даже небольшое количество крепкого алкоголя, даже в пределах 30 грамм, 50 грамм, ваш организм это будет чувствовать в 10-кратном размере. То есть вы можете очень быстро опьянеть, вы можете не сориентироваться, вы можете не проконтролировать свое психоэмоциональное состояние, вплоть до головокружения или падения в обморок. Поэтому это очень рискованно, вы на это должны обратить внимание. Если вы принимаете какие-то настойки, трав, например, или коренья на спирту, на любом виде алкоголя, то количество используемого алкогольного напитка вы должны уменьшить минимум в 2 раза. Так происходит у меня. Я очень люблю травы, фитотерапия это всегда у меня присутствует. Я всегда что-нибудь обязательно настаиваю или отвариваю. И обязательно я в программе самоисцеления травы, коренья, цветы у меня. И я не могу от этого отказаться. И вот действительно, мне очень удобно использовать уже готовые бальзамы на травах, которые продаются в аптеках или в магазинах. А это бальзамы на лекарственных травах, экстракты трав и специи. Я готовлю сама, а еще покупаю в магазине или в аптеке. Покупаю хорошего качества. Это у меня австрийские бальзамы на большом количестве трав и специй. Прекрасные результаты для сосудов. Все, у кого есть язва желудка, эрозия желудка, ну, проблемы такого комплексного поражение организма. Это, в общем-то, в небольших количествах, где-то чайная ложка, использую на горячую воду, для того, чтобы улетучились спирты, остаются ферменты. То есть такие настойки, бальзамы я пью или на ночь перед сном, да, но только на горячую воду. Все, кто болеет бессонницей, действительно слово болеет, я приемлю. Я предложила вашему вниманию обалденный рецепт от бессонницы. Это на 5 настоек. Настойка пиона, настойка боярышник, валерьяны, пустырник и настойка эвкалипта или настойка мяты, если у вас нет в желчном камне. И вот чайная ложка на стакан кипятка на ночь очень хорошо восстановит вас, даст вам глубокий релаксирующий сон, но вместе с тем я использую на горячую воду. Поэтому при кето-диете практически алкоголь с ликерами, с винами, он однозначно запрещен. Можно в минимальных-минимальных количествах. Это самые крепкие такие напитки, я не могу о них говорить, вы сами догадаетесь. Но если вы имеете силу воли и вы понимаете, что тот процесс восстановления здоровья, который вы запустили, очень жалко остановить, разрушить тот результат, который вы получили, учите уже в первую неделю при снижении веса, поэтому будьте внимательны, будьте умны,
будьте в программе самопознания и самоисцеления. Поэтому вот такие мои рекомендации по кето-диете, использованию алкоголя в питании. Конечно же, если у вас застолье, если у вас какое-то мероприятие вот такое важное, вы не можете отказаться от 1-2 глотка алкоголя, чтобы не привлечь к себе внимание, и для хозяевов это очень часто просто неприятно, потому что люди готовились не только по поводу алкоголя, а готовили какие-то салаты там, да, на кето-диете майонез разрешен, дорогие друзья, на удивление копчености разрешены, вот, то если у вас действительно такая необходимость, вот, застолья, праздника, может быть, чтобы не вызвать антипатию к вам, то вы, пожалуйста, в этот день и на следующий день добавьте большее количество жира растительного или животного. Это сливочное масло, это сливки, это масла растительные различного вида. Это будет очень хорошо, и вы опять остановите, ну, скажем так, выработку вот того инсулина, который и разрушает наш организм. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я дам ссылочку на видео, которое вас интересует. Плейлист похудения о диетах. Вы можете просмотреть все видео о кето-диете и другие. Может быть, вы заинтересуетесь какой-то другой диете. Белковой, яблочной, кефирной диете. Но вот кето-диета, она сейчас рулит по всей планете. И то, что ее изучают медики, это просто потрясает на те результаты, которые выводит кето-диета. Спасибо, что вы были со мной. Будьте здоровы, благополучны. Лайк – это статус нашей жизни. Подписывайтесь, и мы не потеряем друг друга.